Пожалуйста, помоги мне, напиши мне в комментариях. Извини, что у меня такие волосы, я застригу их. Пожалуйста, помоги мне, напиши в комментариях, я отвечу на комментарии на все. Мне так одиноко. Я художник. Я когда-нибудь я стану известным художником. Почему бы и нет? Молодой еще, все впереди. Вы можете сказать что-нибудь, и это войдет в историю, потому что на самом деле люди из Москвы, из Петербурга говорят, что я очень значительная фигура как художник. Я не вру сейчас. Это здорово. Просто я здесь как заперт, как в клетке. Я, может быть, уеду в Москву или еще куда-то, но я не хочу туда уезжать. Но у тебя здесь родители живут? Да. Но они разведены и безразличны. Ну, а почему не попробовать, пока молодой? А просто можно затеряться в большом городе. Там Москва слезам не верит. Да? Затеряться можно и в маленькой деревне. А, ну я да. Хочу сказать. Главное иметь какую-то цель перед собой, желание. И все же от тебя зависит. А ну почему не попробовать, пока молодой? Тебе же есть куда вернуться, скажем. Ну, мало ли. Да я уже в этом году уезжал в Москву на неделю, на две и возвратился. Почему? Да потому что там же мне один человек предложил снять жилье за 100 с чем-то тысяч. Ой. Но я сказал, это космическая сумма для меня. Я не хочу столько с тебя, чтобы ты на меня тратил. Там есть один меценат, который ценит мое искусство. Ну, даже... Не попроще найти, но оно понятно, что там ценники как. Там ценники, да. Ну, я не знаю, ну, тысяч за 30 можно найти спокойно, если ты хочешь в Москву. Ну, может быть, в пригородах Москвы где-нибудь. Ну, тоже вполне возможно. Вот у меня одноклассница, она сама в Москве, а квартира у нее в Подмосковье. Вот она ее сдает, а сами в Москве живут. Ну, люди же ездят, добираются, привыкают. Я просто художник, я гуманитарий, я не умею деньгами распоряжаться, поэтому я не смогу купить квартиру где-нибудь там и сдавать. Нет, ты для себя пока начни, если ты хочешь реализоваться, почему бы и нет. Попробуй. Да, я хочу реализоваться, я хочу. Попробуй, пока молодые, надо. Это вся жизнь впереди. Так что, если есть желание, есть цель, то дерзай, пробуй. Вернуться никогда не поздно. Ну да. Никогда. У тебя тут дом, пусть разведено, не разведено, но у тебя есть жилье, есть куда вернуться. Правильно, правильно. Ну да, правильно. Попробовать надо. Ну да. Надо. Если есть желание, то надо. Если в Москву хочешь. Да я на самом деле не особо в Москву хочу. Там слишком жесткие люди, как бы. Ну не все. Новосиб попробуй. Да мне кажется, это такой же город, как в Красноярск. Нет, я 30 лет прожила в Новосибирске. Большая разница. А училась я в Красноярске, после института туда ехала. А вернулась я, ну, за отцом ухаживала, похоронила, в общем, здесь и осталась. Большая разница между Красноярском и Новосибом, мне кажется. Большая, да, культурная разница. Попробуй. В плане культуры, да? Попробуй. Хорошо. Вот мой совет, начни с Новосиба. Что тут? 1000 километров. Ну там люди интеллигентные, да? Народ нормальный. Ну, по крайней мере, с кем я пересекалась, быдлятины-то очень мало. Я сколько здесь не рисовал, сколько здесь не пытался найти друзей, просто подходил к незнакомым людям. Всегда быдлятина.
Попробуй, начни с Новосиба, а там уже как бы это, по крайней мере, дешевле и ближе. А там уже видно будет. Там очень много и картинок, галереи, и художественные салоны, и Да, все вот кстати. это вот. Попробуй, вот мой совет тебе. Хорошо, спасибо. Конечно.